Продолжаем чтение шедевров мировой литературы. Возвращаемся к Ивану Алексеевичу Бунину. Стихотворение написано 30 августа 22 года. Если кто-то понимает, что значит для Бунина и вообще для России эта дата, должны понять. Но Бунин данным стихотворением уходит в память о России. Далекой уже, безвозвратной России. В гелиотроповом свете молний летучих в небесах раскрывались дымные тучи. На Косогоре далеком призрак Дубравы, в мокром лугу перед домом белые травы. Молнии мраком топило, с грохотом грома ливень свергался на крышу полночного дома. И металлически страшно, в дикой печали, гуси из мрака кричали. Очень красивое стихотворение. А я хочу снова напомнить, что убивать и насиловать людей – это, мягко говоря, нехорошо. Убивать, грабить, насиловать. Обманывать, обворовывать людей и толкать их на кровавые подушные преступления – это вообще выходит за рамки мыслимого. Всем мир и добра, а убийцы и подонки, насильники, они будут гореть в аду в этой жизни. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего доброго.